Один китайский астролог неожиданно пришел к выводу, что этот год на самом деле является годом белого попугая. Об этом он немедленно сообщил завсегдатаям одноименного клуба. Обсудить открытие собрались Лев Дуров, Леонид Куравлев, Александр Белявский и другие. Ведет заседание Аркадий Арканов. Клуб «Белый попугай». 19 февраля, в четверг, на ОРТ. В конце мая 1888 года в Париже была опубликована знаменитая брошюра Владимира Соловьева «Русская идея». На русском языке она появилась только через 23 года. Это было то самое время, которое мы почитаем за образец и говорим о нем, вздыхая благоговейно. Программа Льва Николаева «Цивилизация». Каждую субботу с 28 февраля на ОРТ. Добро пожаловать в страну Кэдбери. Фолиминт поможет вам и вашему горлу. Бубалу! Представляем Бубалу! Новую жвачку с начинкой! Обожаю, когда дело доходит до жидкой начинки! Осторожно, жидкая начинка! Буба лучше с начинкой! Мертинген. Если йогурт по-настоящему вкусный, то это звучит так. Мертинген. Фрукты гуд. Самая хорошая из Баварии. Ого! Смотри! Привет, я Эрик. Медведь Эрик, попробуйте-ка майонез Snowflakes. Хрустящие кукурузные хлопья, аппетитно посыпанные сахаром. Давай вперед, смелей! Хлопья в сахаре Snowflakes! Вперед, смелей! Представляем новый продукт от Nestle – Coffee Mate. Добавьте его в кофе, и, растворившись в одно мгновение, Coffee Mate придаст вашему кофе приятный оттенок и насыщенный сливочный вкус. Кофе Мэтт и кофе. Так вкусно вместе.